Инна закончила у нас первую ступень по декоративно-прикладному искусству. Вот. Вторую, ну, не было, наверное, желания, может быть, она развивалась в каком-то другом направлении, не знаю. Вот. Но она, да, она получила диплом по первой ступени. Параллельно она закончила школу, ну и параллельно она училась в модельном агентстве, что, безусловно, заслуживает уважения, поскольку нагрузка, конечно, большая была. Вот. Ну, жизнерадостный человек, оптимистичный человек очень. На учебе. Ну, знаете, поскольку это все-таки девятиклассники, было всякое, да, то есть я не могу сказать, что Инна так вот была одна из самых прилежных студентов. Ну, тем не менее, вы сами понимаете, что 16-17 лет – это такой возраст, когда, в принципе, ну, было и пропускало, почему нет, да, было. Вот, ну, параллельно, да, параллельно они учили в школе и заканчивали, ну, достаточно тяжело было. Тяготела, наверное, больше она к рисунку живописи, к живописным работам, вот. Декоративно-прикладной хохлома ей нравилась, фоновая хохлома.